Нет переменчивей погоды, чем в тундре в это время года. Над нами будто бы в насмешку дождь, снег и солнце вперемешку. Рядом точно психопатки, как овцы блеют куропатки. Ну походите же, зверьё, возьму об двух стволах ружье, как врежу из обоих сразу, авось попаду в заразу. Конечно, лучше бы в гусё, да где проходит новосяк и не опустится на выстрел. На берегу у речки быстрой сидим без толку третий день. На север ускакала лень, а нам на север нет уходу. Вода в реке закрыла броды, охота нам не удалась. А нахрена она сдалась? Но так я думаю сейчас, а вдруг и гусь через час бурьбою налетят на нас, и мы откроем канонаду. Хоть одного подбить бы надо. Пустыми возвращаться стыдно и даже несколько обидно. Так, хватит поминать про стыд, еще один косяк летит. Мы занимаем оборону, в стволах напыжились патроны, сустав врезается в курок. Ну погодите, дайте срок. Мы не от скуки тут сидим, нам просто гусь необходим. Вот.